Если он тоже уходит, мы едем вот. Вот это наша полоса. Мы не уходим сюда. Мы вот едем строго по этому ориентиру. Здесь добавилась полоса. Мы привязываемся к этой разметочке. Вот привязываемся вот к этой черненькой полосе. Вперед посмотрели, вот эта черная темная полоса. Понимаешь? Сверху смотрим движение по полосам. Опять видим ее. Привяжись к прерывочной, да. Ты должен как спутник GPS в плане вот это, навигатор. Поверните направо, проехал этот поворот, все. Она говорит, тогда развернитесь, поедете туда другим путем. Здесь также ориентир один пропал, значит лови второй. Ищи, понимаешь? И будет же все тебе счастье. Чтобы вообще не тупить по центру, ну привяжись влево. В левый поворотник, да. И в левый ряд уйди. Уходи за джипом, который был. Все, выключил поворотник. Мы сейчас едем крайне лево. Эта полоса добавляется для поворота налево. Нам это не нужно. Мы едем по крайней левой полосе. Рядышком с этими машинами. И едем. Едем, разгоняя машину. Но мы едем так, что ну красный горит, да, уже. Вот строго тупо под этой машиной останавливаемся. Вот. Дальше мы куда поедем? Наша полоса будет левая, крайняя, правильно? Да. Ну и все. А здесь да, для поворота. А здесь для поворота. Для поворота. Да. Андрей, да? Да. Уже приятно. Светофор мигнул, отпускаю тормоз, накатом иди, пусть они закончат все маневры. Всем нужно ехать. Поехали, все, разгоняй машину. Садимся. Да, вот твоя полоса, вот есть ориентировка твоя. Понимаешь? Это чтобы по центру, да, не ехать там. Ну, ушел сюда, сюда, да. Совсем. Вот единственное, я вот понял, например, скажем, какая-то полоса мне для меня удобна, я могу сам, например, да, на экзамене просто сам перестроиться. Да, да. Обычно все ждут команду. Ты можешь спросить, я могу выбирать полосы самостоятельно? Когда он скажет, вы готовы, да, я готов. Я могу полосы, ну, поехал, допустим, едешь, я могу полосы выбирать самостоятельно для движения. Он скажет, да. Ну, просто да, пошарповато получится. Надо было все-таки, мне кажется, проехать. Вот мы остановились, желтый горит еще. А мы бы зашли в поворот на мигающий. Ой, в поворот, говорю, в перекресток. Тут дело-то в чем? Нам сзади машина Део. Или Крайслер, что это там. Не знаю, чуть-чуть не передал привет. Потому что мы ехали с такой скоростью, которой говорили всем, да нам пофиг, мы проедем его сейчас. И потом раз резко и тормозим, да? Особенно зимой это прикол, кто тормозит и резко с шипами. Отпускай тормоза. И плавно набирай скорость свою. Набирай, 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 набирай. Не надо отпускать тормоз. Плавно, это не значит, что нажал, а отпустил. Сейчас вот ничего не видишь. Да, пока. Значит, что ты делаешь? Продолжаешь обычное движение. Да, вижу пока. Знаки опять мы с тобой сверху посмотрели. Что мы видим? Движение только прямо. Движение только прямо. Что мы видим? Светофор замигал. Да? Тормозим, значит. Соответственно. Вот здесь знак, смотри, движение прямо и направо. Вот, видишь, первый знак был наверху. Вот. Видел? Да-да. Движение прямо и направо. И все пытаются уехать. Ты можешь он там в наглую встать перед светофором и стоять ждать зеленого сигнала света. Кто тебе будет сзади сигналить, чтобы ты уехал направо, плевать, тебе разрешено прямо ехать? Ну, горит красный. Ну, как правило, если ты не едешь, то направо, перестройся. Но вообще, если ты оказался вдруг там, плевать.
понял? Вот здесь мы едем по центру. Наш центр и полоса вырисовывается, видишь? Ну помни, мы хотим с тобой развернуться. Ну зачем? Выключи поворотник, едем. Почему все ушли оттуда, а как ты думаешь? Потому что полоса закончилась. Смотреть нужно, подъедь сначала ближе, а потом выводы делать. Что мы видим сверху, движение по полосам? Что ты видишь? Налево. Налево есть. Когда мы это сделаем? Ну, надо будет туда подъехать. Ну, подъезжай. В зеркало смотри. Уходим. Стоим. Просто я нейтралку не знаю, прям нейтралку. Да не надо тебе нейтралка здесь. Это ты вот на экзамене будешь там нейтралку уже. Уже катишься по этой. Что они на красный поехали? Мы-то не поедем так. Где вступили? Вот у нас вступление, у меня разворот. Вот, видишь, как он делал? В принципе, то же самое будем делать. Пропускаем встречные. Выезжаем. Достаточно. Вели всегда ребятам тоже туда поворачивать надо, ага, на встречке, да? И ты займешь их место, и они что будут делать? Я обычно смотрю на дорогу и в ровную половину беру. Ну, практически да, так. Смотри, мы, скорее всего, будем на смене сигнала производить свой поворот-разворот, но дело в том, что... Да никого ты не пропускаешь, пропустишь максимум, у кого это пешеходов, если они пойдут. А эти ребята должны ждать и пока дать нам возможность с тобой закончить маневр. Ну, как правило, они же не знают, что мы хотим и делать. Тем более, кстати, мы на главной дороге. Можно? Уже машинка уже меня заградила. Смотри, замигал, пошли. Крути руль полностью. Полностью. Пешеходов пропускаем. Стоим, выравнивай руль пока. Еще подтяни чуть-чуть, нам в жопу заедет. Все, поехали. Все, поехал. Включил какой-нибудь поворотник и прижимайся куда-нибудь. Газу, прям не бойся. И все, чтобы не путать, по какой полосе здесь ехать. Вот она, нарисовывается, вот она. Видишь? Да. Все, едь по этой прям полосе. Я тебе просто еще сейчас покажу. Тут еще полоса появляется. Обрати внимание, включил правый поворот. Правый. На меня. Правый. И опять к бордюрке ушел. А то ты будешь ехать вдоль бордюра без поворотника. Он тебе зарубит тебя, понял? Да. Скажет, слышишь, а ты где поворотник тут потерял? Все. Привязался, как говорится, да? Ты посмотрел. Ты видишь, у нас в России, если бы разметку делали бы. Да, и разметка на... Поехали. И тем более тут климат очень суровый. Разметка... Да это надо просто людям писать жалобы. Брать схемы, петиции, написать. 10 тысяч человек, 100 тысяч человек пожаловались. В суды подавать. А у нас же что? Да. Поговорили мы с тобой между собой и забыли. Вот и все. Выбираем место для разворота. По наглому сделал. Потому что они все вверху, а они не большой скорости. Надо было чуть-чуть поехать, да? На той полосе, где я пристроился, чуть-чуть поехать, опять как бы. Ну как бы да, там чуть ли не выключить, включить поворотник. Они... Да. Я понял. Каждый раз как инвалиды. Щелк. Мы стоим на стоп-линии. Не выезжаю. Мы стоим на стоп-линии. Ты что, на земле хочешь стоять, что ли? Ну, высовывайся.
что мы так вечно скучаем. Но вообще надо высовываться только тогда, когда ты за зебру заедешь. Видишь, мы еще прямо посередине зебры стоим. Моли Бога, как говорится, чтобы они отъехали. Но в любом случае мы сейчас будем уже завершать маневр. Прям смело, смело, прям за его жопой. Пошли, 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 пошли. Ну, может так. Пешеходы пропускаем. А что тебе помешало поехать? Ты бы не успел бы. Аккуратненько, еще бы влево пошел. Поехал, 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 поехал. Ты не туда смотри. А, и слева интервал свой. Чтобы не путать волосы, опять поймал бордюр, да? Двигаемся прямо. Обычно машина, которую вот сейчас бежали, она направо, тебе должна дать закончить маневр. Да, они очень близко. Ну и пусть, и ничего страшного. Ну ты как бы обращай внимание, да, не все же понимают твои действия. Нам прямо ехать. Прерывистая как бы пошла, да, мы понимаем, что эта полоса разгона, она закончится. Вот она, видишь? Как бы, даже вот по этим мелким можно понять. Здесь вот знак был, что уширение дороги идет, мы туда не лезем. Тут мы двигаемся по своей полосе, мы никуда не сворачиваем. Видим вот по этой полосе, одна налево, одна прямо, да. Только слышишь, здесь не хватает еще одного этого, на четвертую полосу, раз, два, три, четыре, правильно? Да. Хотя тут получается нет, вот она первая появляется, видишь, она первая здесь полоса. Уже ну, да, дороги, да? Ну получилось, да, но это тут же вина дорожников, они так чертежники начертили. Здесь мы двигаемся по своей полосе, мы видим, что полоса уходит направо, она нам не мешает. Мы едем по своей полосе. Внимание на это и запомни, что ориентир хватает, привязку делай себе, вот бордюр, вот отбойник. Если ты посередине, строго посередине, оставляй место там, оставляй место там, не дергай рулем. Смотри, впереди идущая машина, как едет, допустим. Здесь опять же едем, наша полоса, раз, два, три, вот они, видишь сверху, наша первая полоса. Перед поворотами, запомни, всегда полоса появляется. Здесь можешь на автобуса, можешь его опередить, что мы сделаем. Давай. Он просто был выключить его. Ну конечно. Давай, 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 пошел, пошел. Едем, 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 60, давай. То и он едет.